Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Начался месяц август, и за первый день я забираю 20 гемов. Спасибо вам большое, игра. Ну что, сегодня мы покупаем новое растение. Да-да, у нас каждый месяц будет появляться по новенькому растению. Давай определимся. Так, в прошлом месяце я покупал электрическую чернику. Так, давай-ка бесплатно возьмем, наверное, с тобой пиньетушку откроем. Посмотрим, что он из нее выпадет. Так, бумеранг. И морозная капелька. Латука. Так, все вроде бы, да, получается. Ну да. Тут у нас чисто скины. Так, теперь переходим в растение. Что же нам с тобой взять? Жабу. Может быть, киви? Может быть, все-таки заморозку? Ай, друзья мои, выбор такой прям. А может быть, вообще поврели? Не, давай возьмем киви. Да, я хочу взять киви. Ну, вот оно, киви. Кстати, я его могу немножечко прокачать. Окей. Еще можно даже поднять уровень. И еще, ну, мне уже не хватает денег. Так, в общем, с первым заданием мы справились, да? Купили себе растение. Так, теперь, как обычно, по традиции начинаем с ивента. В плане, что это там у нас? Один шут гороховый и пушка. Окей. Ага, пушка идет, да? Давай-ка бомбанем. Блин, ну нафига я так сделал? Угу. Так, секунду. Она здесь. На тебе. Ах, ламон, ты несчастный. Стоп, 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 стоп. Эй! Твою дивизию. Стоп, а как я тут должен, извините меня, с ними справляться? Ну, допустим, сделаем так. Слушай-ка, сложновато получается здесь. Грушу эту я ничего не могу с ней сделать. Явился, не запылился, да? Допустим, давай быстрее ты, господи, там же идут зомби. Мне кажется, тут немножко несправедливо сделано, в плане того, что... Упс. Ну-ка, груша, давай, дави их там всех. Давануло, да? Ну да, получается, как бы давануло. Здесь бомбанем. Плюс вот так вот. И там будет взрыв еще в конце. Так, теперь, наверное, вот здесь шваркнем. И сделаем вот так. Давай-давай-давай-давай всех туда, к ногтю. Так, последняя волна. Так, нам, наверное, вот здесь надо бомбануть. Грушу я поставлю сюда. А зачем она здесь? А, вон, как будет делать. Тогда сделаем сюда удар. Слушай, по-моему, все, выиграли. А, нет, нет-нет-нет-нет-нет. Финалочка. Началась финалочка. Шут гороховый. Блин. Оу, щит. Он в меня обратно снаряд запустил, прикинь. Да иди ты. Да какого лешего ты делаешь-то? Так, что-то здесь не то, ребят. Ладно, здесь раздавили. Здесь, получается, тоже, да, у нас в минус. И остается последнее. Ну, его газон... Все газонокосилки мы с тобой потратили. Какой-то интересный ивент на самом деле. Сложноватый в меру. Так, рис, рис. И 1000 голды. Ну что, с вашего позволения, я, наверное, еще разочек пройду. Ну, сам понимаешь, финансы нужны. Новые растения нужны.
Так, ну что, я готов. Начнем потихонечку. Так, главное нам контролировать этого клоуна, Шута Горохового. Так, 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 пушка давай. Шикарно. Уничтожаем. Так, первая волна сейчас пойдет. Первая волна. Стоп, стоп, стоп. Так, там бомбанули. Здесь этот клуб, водомерка шоркается. Так, а пушек мне больше не дадут, да, получается? Все, как говорится. Ладно, здесь вжарим. Блин, не выходит у меня здесь. Не выходит. Куда ты там? Достал ее, а? Слушай, что-то, по-моему, здесь намного хуже у нас получается. В тот раз было пободрее, если честно. Ну что ты лыбишься? Давай, бомби. Эй! Что-то много их тут, по-моему. Так, это мы сюда с тобой берем тогда, вниз. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, а. Жаль, очень жаль. Не прошел еще к тому же, ты прикинь. Офигеть, а как же в первый раз там с тобой сделали? Так, повторим. Сюда, наверное, поставим. И вот здесь пускай будет стоять у нас пушки. Эту сразу уничтожаем, нечего здесь делать. Эту тоже. Так, идут, идут охламоны. Твою налево, блин. Ага, сразу две. Нет, одну. Одну, друзья мои, мы пушку с вами подбили здесь. Твою дивизию, блин, пока она там очнется. Ну, они сейчас так и будут своими залпами меня колупать. Верно? Верно. И больше ничего не дают. Да и фиг с ними. Давай, наверное, сделаем. Их как-то нужно, что ли, вместе соединить? Или что они предлагают? Каким образом? Тут газонокосилки уже, как ты видишь, нету, поэтому... Шансов с каждым разом все меньше и меньше тут. Заклинание тратить. Ну, это единственный вариант, заклинание тратить, и все. Уходим. Это была плохая идея, да? Это была очень плохая идея. Ну, давай. Так, там разбомбили с тобой, да, допустим? Ну, придется вместо того, чтобы сэкономить, наоборот, потратиться. Ну, разбомбили, да? А вот скажи-ка мне на милость, как я должен вот с этим бороться, а? Вот вопрос меня интересный такой вот. Как... Ладно, вжарим. Допустим. Офига, он радуется-то, дуралей. И это еще, извини меня, не последние противники. Груша. Молодец. Сработало. Так, а вот сейчас будет последняя волна. Финал. Идем сюда сразу же, бабашим. Молодец. Куда ты бабахнул, Рэй? Вот куда ты бабахнул? Ладно, сейчас попробуем. Попробуем. Кабачок в тот... А, я в тот раз, ребята, понял, почему я выиграл. У нас кабачок был под ультой, поэтому он бомбил сразу несколько целей. Вот в чем там был выигрыш.
А здесь только вот так вот. Другого варианта нету. В общем, вместо того, чтобы заработать, я, получается, потратился, да? Ну да, получается так. Ладно, фиг с ним. Тут, помимо того, что деньги зарабатываешь, ты еще зарабатываешь. Угу. Ты еще зарабатываешь все-таки семена на растения. Так что ладно. Деньги — это такое дело, их можно заработать. Цитрон. Опять же, липкий рис. Ну и 1000 голды. Главное, ивент прошли, все. Теперь приступаем к ивентам, я не знаю, там квестам, что у нас есть. Сейчас глянем. Во-первых, заберем здесь награду. 2 маленьких гема. Так, теперь заходим в ивент и смотрим, что у нас тут. А вот как раз и клейкий рис. Пожалуй-ка мы с него и начнем. Клейкий рис. Ну, это квест на семена. Так, Пенни, не надо мне здесь рассказывать, я все и так знаю. Опс. Что это, гарлик? А зачем он мне здесь? Не понял юмора. Для чего это все? Почему только их-то нам дают? Ага, клейкий рис. Допустим. Что у нас получится из этого всего? Так, маги. Там у нас, друзья мои, пошли маги. Не очень, конечно, радует меня такая перспективка. Так, ну рис у нас немножко все-таки хоть прокачан, да? Совсем чуточку. Будем забрасывать рисом. Всех, как говорится, в овец не превратите. Блин, там у нас этот идет еще, мумия. Так, мумия, наверное, подожди, лучше вот здесь. Ёлки-палки, еще и Гаргантюа, да, я и забыл совсем про него. Давай сюда поставим. Гарлик. Главное, чеснок называется гарлик. Так, слушай, ты достал здесь уже? Сейчас мы его поджарим. А это последняя, кстати, волна. И мы... Подожди. Смотри-ка, тут паутинку какую-то раскидывает. Все, справились. Получаем немножечко монет. И двигаемся на второе испытание. Да-да-да-да-да. Что там надавали всякого, я не могу понять. Так, ивент. Продолжаем его бомбить. Второе испытание, смотрим, что здесь. Ну, клейкий рис. Все-таки, ребята, у нас прокачан. Он наносит неплохой урон. Плюс он станет противника. А тут что-то вообще сборка-солянка какая-то получается у нас. Мне кажется, здесь будут курицы. Потому что здесь дают лужайки нам шипастые. Не просто так. Ага. Ставим сюда. Так, мины. Пускай поближе стоят. Сюда. О-о-о. Добряшек-то сколько? С чего вдруг такая щедрость-то? Теперь я понял. Теперь я понял, друзья мои, с чего здесь такая щедрость. Да погоди ты. Блин, так плохо. По-моему, сейчас мы где-то с тобой сфейлимся. Тебе так не кажется? Фух, кажись,
Прокатило. Да, остается один зомбарик первобытный. А ведь я так и думал, что здесь будут курицы. Потому что когда дают вот эти вот лужайки шипастые, значит жди, либо курицы, либо хорьки. Одно из двух. Ну что же, прошли мы с тобой второе испытание. Переходим на третье. Мы с тобой получим в конце 50 семян. А я так понимаю, 50 семян будет рандомно распределено. Так, здесь у нас заморозка, что ли? Нет. Ага. Рис. Васаби. Хм. То есть вы хотите сказать, что я не смогу... Я не смогу больше, как это объяснить тебе. Вот все деньги, что сейчас есть, если я их трачу, больше здесь их не будет, да, выпадать. Ладно, глянем, что у нас из этого получится. Поехали. Три волны всего лишь. Забрасывайте, забрасывайте этих охламонов. Так, здесь у нас еще и поджигатели будут. Давай, давай, давай. Ох, ёк, макарёк, ребята, тут разлом. Про него там нам никто не говорил, что он будет. Плюс бомжи прыгающие. Блин, ну это же несправедливо. Смотри, 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 смотри. Проходит куча просто их там. Слушай, вот это вот хорошо, вот это вот классненько. Естественно, мы с тобой применяем сюда. Два теперь портала открылось. Там, я смотрю, еще и псих газетный вышел. Не надо орать. Поврлили. Спасибо. Так, мы закидывать сегодня будем этих гаденышей? Будем. Так, это последняя идет, да? Гвардия. Закидываем. Слушай, ну здесь, судя по всему, наверное, у нас получится, да? Пройти. Монетки только дайте. Ну что, последний залп с тобой применяем. И... А, васаби, оказывается, может бомбить не только спереди, но и сзади. А вот это вот хорошо. То есть он действует как бонг-чой. Это очень приятная новость. Ну что, давай, 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 последнего зомби вот этого, ребята. Фига, мы его там обложили. Смотри, смотри. Чун-чун-чун-чун. Да что такое-то? Есть, я уже думал, сейчас нифига себе, если он пройдет. Ну хотя тут у нас газонокосилка стоит. Он бы, естественно, дальше ее никуда бы не продвинулся. Но, по крайней мере, так у нас рис остался в живых. Вопрос, зачем я закрыл? Если нам надо дальше продолжать. Кстати, зайдем с тобой на огород, посмотрим, что у нас здесь. Созрело, не созрело. Ага. Польем. Жужу, ты где? Так, погоди секундочку, иди сюда. Поливай. Все. Ну и продолжаем с тобой квест. Сегодня, наверное, сходим на Пенни Пурсуит. Поиграем еще, кстати, чуть-чуть. Ивент. Квест. Четвертое, ребята, испытание. Предпоследнее. Так что готовимся и смотрим, что нас здесь будет поджидать. Ё-моё, там со всех, ребята, эпох взяты зомби. Хм, мята. Интересно. О, быки. Быки, друзья мои, идут. Да куда же ты, а? Куда же ты, гаденыш? Собрался-то.
Что делаем-то? Мяту применяем, что ли? Ну, вроде бы пока неплохо. Мы их тут разбираем. Так, давай сделаем супер удар. Так, вот это вот плохо. Ползет вот этот чудик-то. Вот, об этом я и говорю. Ох ты, сколько удобрешек-то. Это мне нравится. Залупляем. Еще мята. Так, секундочку. Что делаем? Вот так, наверное. Еще штурмом здесь. Эй! Вы не оборзели ли, а? Закинули прям ко мне. В середку, посмотри. Рис, ну-ка, бомбани хорошенько им там. Так, мята. Ё-моё, да что ж ты будешь делать, посмотри. Трэш какой-то. Так, давай сюда поставим. Все, справились мы здесь. Слушай, вот эту вот ягоду я бы хотел бы на самом деле получить. Но события я еще на нее вообще не видел. Если честно, я даже ее в ПВПшках не видел. Чего уж там говорить просто. Ну что, последнее событие, последнее испытание. Пройдем, зайдем в Пенни, посмотрим, что там. Ну, естественно, надо будет заглянуть на арену. Хотя, наверное, лучше не заглядывать. Не портить себе настроение. Так, значит, у нас тут рис уже стоит автоматом. Мы с тобой можем взять... Вот так вот возьму, пожалуй-ка, да? Плюс яблочную мортирку возьмем. Ага, тут у нас еще роботы. Значит, нам, по идее, можно, в принципе, вот так вот сделать. Но мы без подсолнух остаемся. А он вообще нам нужен, подсолнух-то, здесь? Ладно, я на всякий случай возьму. Где у меня двойной-то? Двойной подсолнух. Дружище, ты куда спрятался? Ну, давай вот этого. Вот этого возьму. Так, и кого-то я нечаянно опять убрал, да, еще одного? Яблочная мортира. Киева мы с тобой не пробовали, поэтому давай-ка, наверное, испытаем его. Let's rock. Ох, ё-моё, ребята, а там же... Я только сейчас увидел, что там птеродактили. Скажи, зачем я его сюда поставил? Молодец, Рейд, ну ты как всегда. Зачем ты поставил сюда? Сюда надо было кого-нибудь попродвинуть и бросить. Шут гороховый идет. Вот только шута-то мне здесь и не хватало. Так, бочки. Эй. Где энергия солнечная? Слушайте, ребят, что-то, по-моему, тут карантарики нам сейчас придут. Сейчас же эти бочки будут взрываться, оттуда побегут лопухи эти. А может быть, не побегут. Может быть, даже не... Так, птеродактиль, вот это уже похуже будет. Козыр наш шлепнул сейчас, да? Ну, гаргантюха что-то ползет. Гаргантюха, собственно, персоны. И не одна. Ну что, влупляем сюда тогда? А этот развернулся, а этот за нас уже, да? Понял. А почему не сработало-то? Странненько. Тут уже хомячат, смотри.
Этот сейчас скинет нам сзади пакость. Да-да-да-да-да. Давай его сюда поставим. Вот стоит зомби, ребята. Его перерабатывают, да? Он типа в стане. Типа. Ну все, да, мы его уничтожили. А здесь опять нам бомжей подкидывают. Нам с тобой опять подкидывают бомжей тут целую ораву. Ну, гаргантюахи-то будут сегодня погибать или что? А не слишком ли дофига вас тут, ребят? А? Идет. Посмотри, армада какая шпарит на меня. От этих подсолнухов я вообще не вижу никакого толку. Че их набрал? Без понятия. Это последняя волна получается, да, последняя. Но в любом случае, друзья мои, здесь уже никто не пройдет. Хотя, вот здесь вот пройдут. Вот здесь вот могут пройти. И там как раз Гаргантюа, да, наяривает. Так, значит, наверху нам нужно с тобой что-то сделать. Что ты тут сделаешь, блин, наверху? Вот так вот только, если скинешь их. Трэш. Он пытается, конечно, у меня рис тут помочь. Е, молодец, красавчик, отбились. Фью, 1160 монет у меня. Ну, 1240. Ну, главное, прошли. Ну что, ребята, забираем с собой награды. 10 риса. 10 тройного горохострела. 10 подсолнухов. И 10 чертополоха, который, кстати, готов прокачаться. И лазербин. Все. А вы что думали? Так, ну здесь, ребята, конфеты остаются и гемы. На гемы мы с тобой не ходим, потому что там все-таки больше тратишь, чем приобретаешь. Поэтому как бы мы эти ивенты не делаем. А что нам показывают здесь? А, то, что мы с тобой можем... увеличить уровень, да? Нашему черту. Да ты посмотри, сколько у нас тут готовых увеличить уровень. Вопрос финансов, вот и все. Есть деньги, увеличивай сколько хочешь. Но их у нас нету. Так, давай-ка здесь заберем, что у нас тут. Гемы, да? 5 штук. Так, теперь предлагаю сходить на Penny Pursuit. Потратить там всю, как говорится, энергию. Событие у нас, наверное, здесь новенькое. Угу. Новенькое, маленькое, коротенькое. Так, 600 монет. Здесь у нас 5 риса. 4 уровня зомби. Давай попробуем 4 уровня зомби завалить. Хотя мне, конечно, больше деньги нужны, чем семена. И придет... Так. Ёк-макарёк. Да. Это получается что? Я должен их защитить? Да, именно так и получается. Ладно, возьмем с тобой фасоль. Придется активировать все самое мощное. Так, возьмем с тобой виноград. Так, летуны, значит, есть, да? По идее, нам надо... А, так тут еще и динозавры. Я не знаю, возьмем с тобой яблочную мортиру. Крокодилы стоит, их брать не стоит, не знаю. Так, офисные тут у нас рабочие идут. Слушай, вроде бы как было много растений у меня с ультой. Я что-то здесь как бы не замечаю. Мину стоит брать? Наверное, нет. Пушки. Шуты гороховые, да, здесь. Возьмем тогда с тобой еще рис.
Лазу взрывную и, наверное, все, ребят. Кстати, я что-то... Да, мне не показалось. Это будет какой-то новенький у нас. Солнечный опять, что-то с солнцем связанное, да? Ну что, берем тогда, наверное, все-таки... Вот так. Поехали. Поехали. Шарики эти все сразу сюда выбросим. Да ну, блин. Так, давайте-ка будем полояльнее, друзья мои. Скидывай зомби этого в воду. Так, шариками тут надо все. Все за... Блин, я же против летунов-то ничего не взял. Ёк-макарёк, думал, блин, чё же я там... Чё же я, думаю, забыл-то? Вот тут я и забыл. Нафига там окей твое окей? Бомбить их. А не окей, окей. Поехали. Где там этот шарик супер-пупер огромный? Ну, ё-моё, ну... А, ничего страшного, да, что они съели? Все, я понял, ничего страшного. Я думал, просто если их съедят, мы с тобой проиграем. Нет, здесь так не работает. Здесь они должны будут пройти полностью, блин. Ну, толкай ты уже их. А все равно у меня денег нет, ребят, поэтому... Так, ну-ка. А пушки мы с тобой не можем уничтожить, да, получается? Пушки мы с тобой, получается, уничтожить не можем. Именно нашим виноградом. Давай-то нахлобучивай уже их тут, в конце-то концов. Вырубаем. Так, а у нас с тобой не осталось вообще здесь ни одной газонокосилки. И как ты хочешь, чтобы я тут выигрывал? Можно узнать, блин, вопрос, как я тут должен выиграть? Что? А, все? Мне нужно было время прождать? Или что? Ну, короче, не важно, ребят. Главное, что выиграли. Так, отлично. Переходим с тобой сюда. Тут у нас опять 4 уровня. Но мне нужны финансы. Гемы фиг с ним, перебьемся. А 600 монет, как говорится, на дороге не валяется. Так, вы мне покажете, кто здесь будет? Цветочки. То есть ты хочешь сказать, что эти цветочки нельзя замять? Скорее всего, да? И мы против космических зомби воюем. И мне даже никакого выбора не дали, прикинь. Здоровски. Обожаю, когда вот так вот перед фактом ставят. И играй как хочешь. Кто там у нас прет? Блин, понятно. Лазербин, давай, наяривай. Надо его, наверное, в отключку поставить. Что-то как-то мне не нравится. Вот то, что нравится только одно, что лазербин может пробивать через весь ряд. Это, конечно, шикарно. Вырубил, вырубил. Вот. Получили с тобой удобряшку. Так, надо отрубать их нафиг. А куда там пройдох этот собрался, а? Скажи ко мне на милость. Ты сейчас, блин, серьезно? Мы проиграем, если они... Цветочки... Нет, ребят, не проиграем.
задевает цветочки, но это ничего страшного. Тогда ладно. Тогда живем. Кто там, что там? Блин, танцоры фиговые, да? Их-то тут только нам и не хватало, блин. Давай, отключай их там нафиг всех. Так, это последние две машины. Сейчас мы их уничтожим, и все, ребята, и уровень пройден. Ну и чего? Че так медленно-то? Ну-ка, выруби эту машину, пожалуйста. И вот эту тоже. Пускай в отключке постоят. Минус одна. И минус вторая. Все, прошли. Окей. 800 монет. Ну что, двигаемся тогда дальше. Энергии у нас еще хватит на один поединок. 1000, друзья мои, 1000 монет. Поехали. Кто тут? Покажите, пожалуйста. Ну, Ромашка, ты что, зависла, что ли? Так, набрать 2500 опыта, что ли? Не опыта, а 2500. Ёк-макарёк. Оу-оу-оу-оу. Ну, это, по-моему, перебор. Орех, орех, мне тут фига не поможет. Они сейчас просто будут давить. Хотя, если рис... Рис и томаты. Рис и томаты. Че, вгупляем, наверное? А что тут еще сделаешь? Тут только так, ребят, никак иначе. Так, поверлили, это хорошо. Выставляем рис. Наверное, надо будет сделать еще вот так вот. Опачки, уменьшатор. Уменьшатор. Так, где у меня помидоры? Вот они. Так, первую защиту они пробили, да, получается? Видишь, у нас броня тут с тобой. Вылупляем. Там наверху очень много зомби. Именно гаргантюашек. Именно гаргантюашек там много. Поурили, будь добра. Сколько там нужно было? 2 миллиона с лишним, да, набрать? По-моему, да, 2 миллиона с лишним надо было набрать очков. У нас пока время, ребят, сколько там? 38 секунд. Боюсь, не успею. А, блин, боюсь, не успеем мы с вами. 30 секунд осталось, а у меня... Не-не-не-не-не. Не выходит ни шиша. Если только вот так вот попробовать. 17 секунд. Не успеваем. А, все, все, по-моему, набрали. Все, зеленым загорелось. По-моему, все, ребят. Фьюх, надеюсь, да. Отлично. 1000 заслуженных монет мы с тобой забираем. Буквально на последних секундах у нас все это получилось сделать. Ну что, с Пенни Пурсуит мы с тобой закончили, да, на сегодня? Энергии, как ты видишь, нет. Здесь мы с тобой забираем... Опять же, гемы. 5 штук. И остается у нас только одна вещь. Это, естественно, арена. Я даже боюсь туда заглядывать. Да.
Ну что, давай тогда. У нас перчатки есть? Есть, 3 штуки. Ага, здесь, значит, солнечная лоза разыгрывается. 3 конфеты, 2 пиньяты, 2000 монет, плюс 2, опять же, пиньяты. Ну, так себе награды. Железная лига. Поехали. Поехали, правда, я не посмотрел. А, мы же набор делаем в самом начале только, да? Перед боем. Слушай-ка, ну, так можно еще поиграть. Значит, смотрим, кто у них тут. Очень много гагарантюа. Что нам сделать? Морозный арбуз. Я думаю, здесь подойдет. Наверное, да? Плюс, где у меня виноград-то? Яблочную мортиру возьмем, чтобы станить. Чтобы станить. Вот это, наверное, может взять малыша? Не надо. Летающих вроде нету, но тут, блин. Слушай-ка, дай-ка мы, наверное, вот так вот с тобой лучше грибок возьмем. Мины. Слушай, ну мины можно, в принципе, еще закидать. Тут, видишь, да, пушки хорошо действуют и горохострелы. Взять боулинг тогда. Заморозка нафиг, наверное, не нужна будет тогда, получается. Черничку есть только. Ну что, поехали, попробуем. Вот так вот. Так, давай сразу грибок энергии нам. Побольше, да пошикарнее, да? И начнем потихонечку. Так. Черничку выпускаем. Сейчас разрулим, наверное. Так, стопы, там что у нас? А, там танцоры были. Не успели они тут поплясать. Так, ты не забывай, что мы с тобой соревнуемся. А, ну у нас же лига-то железная. То есть противник будет слабеньким для нас. По идее, должно быть так. Блин, тут места мало. Мне даже некуда поставить. Да ёк-макарёк. Так, черника. Давай, вжаривай. Получается, не получается, я не вижу. Тут просто суета кромешная. У меня, смотри, сколько удобряшек тут летает. У нас уже почти лям. Именно по очкам. Почти лямчик. Но, зачем же вы туда их подкинули-то, а? Ну зачем вы так поступаете? Погнали. Черника, вжаривай, ё-моё. Так, сколько у нас получается лям? 300, да? Ну, оппонент нас не догнал. Он лям 200 набил, и все. То есть, первая победа за нами. Хотя ты посмотри-ка. 11 уровень, 7-го. Хм. Оппонент, говорю, будет легеньким. Ага, как же. Ну что, идем с тобой еще на поединок. У нас сколько там получается? 3 перчатки? Да. Может быть, нам с тобой тоже взять орех взрывной? Он как бы и сдерживать будет, да? И взрываться в конце. Можно подумать, кстати, над этим предложением. Так, вначале, естественно, мы сделаем вот так. И здесь мы заменим. Вместо черники, наверное, можно взять. Так.
Интересно, а что делает киви на прокачке? Тут могилки еще появляются. Может быть, нам взять этого? Хотя, наверное, не стоит. Погнали. Погнали. Let's rock. Что тут думать-то? Начинаем, естественно, с грибов. Потому что, ребята, грибы, сразу получаем энергию, нужную нам. Все как полагается, да? Сразу бросаем рис. Яблочные мортиры. Не забываем про грибы. Не забываем про орех. Не забываем вот этих хлыщей бомбить, танцоров, которые тут бегут уже на нас, сломя голову. Про все это... Так, я не понял. Как они, танцоры, появляются рядом со мной? Объясни мне. Их кто-то перекидывает, что ли? Сюда, ко мне, поближе, или как? Как они умудряются сюда пойти? Пройти? А, наверное, блин, могил слишком дофига. Так. Да, они, скорее всего, из могил встают. В самый, так сказать, неподходящий момент. Ну, давай, 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 наяриваем. Что там, я не вижу. Там стоит этот Финтифлюшкин, как всегда, да? 30 секунд, ребят, что у нас там по... Чего? Я и ляма не набрал, а чувак уже лям... Два ляма? Ты серьезно? Как? Как у него это получилось, а, ребят? Объясните мне, пожалуйста. Я, конечно, сейчас посмотрю, что он там выбрал. Ты прикинь, 2,5 ляма он набрал. И чего? А, ну да, да. Он взял все, ребята, по теме. Он взял именно пушки, где говорили парень. Так, ну что, мы не будем тереть с тобой, да? Не будем. Не будем, надо было заплатить 20 гемов, а я отказался. Ладно, хорошо. В общем, он взял по теме все. Он взял пушкарей, он взял грохострелов. И за счет этого меня, как говорится, сделал на повороте. Ну что, давай тоже тогда попробуем взять грохострелов тройных. Тройных, да? Плюс пеньки. Я просто только сейчас увидел, что пенек — это, оказывается, ребята, горохострел. Где он, кстати? Пенек-то этот. Так, это у нас тоже идет как пушка, оказывается. Так, а где? Я не врубил. Где пень-то? Вот же он, ёк-макарёк. Ну что, пень, допустим. Дальше что? Кто у нас там по пушкам? Мастер. Банан идет как пушка. Этот идет как пушка, да? Аке плюс. Ну, смотри, яблочная мортира идет же как пушка все-таки. Хм. Идет как пушка. И вроде бы все. Пенек. Тройной, как говорится, горохострел. Яблочная мортира. Единственное, что нам нужно еще взять с тобой подсолнух или грибок. Гриб, наверное, я возьму все-таки. Грибок и... Хм. И еще, наверное, пушку какую-нибудь. Можем взять вот эту вот. Как вариант. Ну что, проверочка? Погнали. Сейчас протестим.
Так, ну тут, естественно, ребята, лучше... Ага. Так, рис, блин, я про энергию-то забыл. Нафиг по 33-х-то ставить, а? Рэйчик, ну зачем ты вот это вот сделал сейчас? Я не понимаю, сам себя иногда не понимаю. Поехали. Гриб можно сюда ставить, он нам, так сказать, не обязателен. Он чисто нужен нам для энергии, все. Пускай там его хоть съедает, хоть что с ним делает. Угу. Так, как он... Понятно. Вот они, эти диджеи. Что у нас там, ребят, пачка? Все равно как-то не то. Все равно что-то не то, что я хотел. Не выходит. Без остановки, так сказать. Просто вжариваем и все. И если сравнить того чувачка, с которым мы играли, да, то он набрал 2,5 миллиона, и я набрал всего лишь 600 тысяч. Как это работает, ума не приложу. Ладно, хорошо, мы с тобой получили еще одну перчатку. То есть у нас получается 2 поединка. Как это должно работать? Может быть, если взять усиление, ну, я так скажу тебе, мяту, которая специально идет под горохострелов. Может быть, в этом еще прикол. Давай протестим такой вариант. Но здесь уберу я тогда, наверное, пушку. Сейчас вот так вот сделаем с тобой. Значит так, мята, которая идет для гороха специально. Это вот эта мята у нас. Дальше. Дальше смотрим. Под горох. Боулинг, наверное, возьмем еще с тобой, да? Да, поехали. У нас с тобой вот сейчас вот вообще прям вот... Идеально должно быть. Хотелось бы проверить, насколько идеально. Насколько хорошо получится ли вообще. Так, выставляем пень. Сюда сразу же его выбрасываем. И сразу начинаем влуплять. Естественно, рис. Естественно, мята. Элементарный, ребята, тест. Пеньков, по-моему, маловато. Вжариваем. Да смотри, вон, видишь, что творит. Чудо это гороховое, которое тут у нас. Вот из-за него, ребята, мы как раз-то и фейлимся. А почему фейлимся? Потому что он проходит. Пролетает, и его фиг ты остановишь. И могилы тут еще. Как назло, появляется не там, где надо. Так, я буду бороться до последнего. Видишь, этот клоунада? Стоит где. Так, тут уже вовсю хрумкают. Тут уже вовсю, ребята, хрумкают. Спортивные зомби. Все эти охламоны.
Давай, вжаривай. Чего ж тут любоваться-то на их мяту, мяту, мяту. Естественно, мяту нужно активировать. За счет мяты, естественно, тут наш дамаг повышается до охренения. И все равно... А, мы выиграли, ё-моё. У противника 197 тысяч, мне показалось 1 970 000. Все равно не дотягиваю. Не дотягиваю, ребята, до топчика. Жаль, очень жаль. Хотелось бы, конечно, влупить, так влупить. Ну что, у нас еще есть одна перчатка. Я думаю, мы все-таки пинету эту прихватим. На первом месте все дела. В Железной Лиге. Помните, ребята, когда-то мы были чуть ли не в топчике. Самая высшая лига. Ну, на тот момент я играл в эту игру практически каждый день. Бывали даже моменты, когда я играл за кадром. А теперь у нас с тобой столько игр накопилось, что... Элементарно, я не успеваю за всем этим, ребят. Элементарно, у нас столько новых игр. У меня вот тетрадочка передо мной стоит. Лежит, точнее. Если в нее заглянуть, ты бы, наверное, опупел. Сколько там всего нам нужно за сегодня поиграть. Только на этом канале. Потому что иначе я просто забываю. И Юрский парк записан там. И Tower Conquest. Да дофига всего, ребят. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, удобряшечка, ты что, родная моя, захотела она исчезать? Нет, ты мне нужна здесь. Так, мятку надо активировать. Ну вот, вот, начинается, идет, вон, вот. Короче, этот чувак может остановиться только в одном случае, если на него, ребята, подействует рис. Рис его может остановить. У других я вариантов не вижу. Как с ним вообще бороться? Так, влупляй, влупляй, влупляй. Здесь то же самое. Блин, опять наверху идет. Жестко, конечно. Я даже не могу посмотреть, ребят, сколько там у нас чего осталось. Сколько там у нас вообще этого. Ох, ё, вот это взрыв был. Это был, называется, взрыв. Это мята, мята еще в откате, мята. Мята еще спит. О-о-о-о, бежит охламон. Спортивный. Сколько там у нас? Не знаю. 1 200 000, ребят. Не дотягиваю. Возможно, не дотягиваю из-за того, что у меня уровень маленький. Это же тоже как-то влияет. Ну вот. Говорил, что мы с тобой получим 2 пиньеты. Мы их получили. Давай смотреть. Ой, как я рад. Елки-палки. Это солнечная фасоль. 10 кабачков. И все. Все, что мне дали. Ага. 30 солнечной лозы. Ну что ж, спасибо. Уже 140. То есть еще нужно 110 получить. 110. И солнечная лоза будет у нас в кармане. Ну что, друзья мои, отыграл я все перчатки. Конечно, можно еще за рекламу глянуть. Но я думаю, лучше нам, наверное, встретиться в следующей серии, да, и поиграть как следует. Может быть, у нас появятся новые какие-нибудь задания, ивенты. Да? Да. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.